Кто же в Фейсбуке будет радоваться, если не мы? Пока сейчас я подключаю Фейсбук, хочу вам сказать, что я же сегодня уезжаю в Америку. Уезжаю в Америку, да, в моем детстве эта фраза звучала фантастическим образом, или уезжаю навсегда. А сейчас просто действительно можно сесть в самолет и с Божьей помощью, сейчас, секундочку. Сейчас можно сесть в самолет и с Божьей помощью улететь в Америку, бах, прямым рейсом. Но что в Америке же, вы же знаете, что там на 8 часов разница, то есть там на 8 часов назад. Поэтому в 10 утра урок, он никак, там будет 18:00, но из-за того, что я еду, у меня очень там расписанная поездка, вряд ли я смогу проводить вовремя уроки, особенно на всех сразу каналах, поэтому до 6 марта, то есть я там буду до 6 марта, я буду записывать уроки, продолжать этот цикл, записывать уроки про радость, увеличиваем радость, жизнь радости. Я беру с собой все эти книги я с собой возьму и буду записывать уроки, и будем мы их ставить. То есть я буду запись, прям будет в 10 утра с Божьей помощью выходить запись. И еще, я думаю, все-таки мне понравилась идея делать по инструментам радости, сделать отдельные минутные видео на Инстаграм-канале, я прям буду снимать. Потому что получается какая ситуация? Вот человек, он по природе своей, природа человека, она его тянет вниз. Она его тянет в негатив, в страх, в беспокойство. То есть это нормальная природа, так устроен мозг, потому что мозг управляется инстинктом самосохранения. И животные, они большую часть времени, они живут в страхе, да, спасая свою жизнь. И так как у нас внутри животное, вот эта сущность, рептилии, вообще пугливые. Рептилии страшно пугливые. Если вы посмотрите, вот эти все змеи, ящерицы, они просто вообще, и нету ее, она все время убегает, ящерица. И внутри у нас точно так же, бей, беги, замри, живет вот эта вот ящерица, рептильный мозг. Внутри у нас живет млекопитающее, но кони, например, я слышал, что они стоя спят, потому что им страшно, кони, олени там, они вообще все время в страхе, заяц, вообще пугливое животное. Получается, что у человека большая часть его как бы сущности, да, она пугливая и страшна. Теперь высшая вот эта вот неокортекс человека, она просто обслуживает, это компьютер такой, который должен обслуживать душу и тело. То есть интеллект это обслуживающая такая компьютер, который обслуживает сигналы души, сигналы тела. И получается, что если ты не включаешь интеллект на программы, осознанные программы, которые, например, включаются через обучение, вначале ты должен запрограммировать свой интеллект через обучение, потом ты должен интеллекту давать все время задания, над чем работать. Вот видите, у меня написано, чтобы не забывать, choose happiness, значит, выбирай счастье. Потому что если я не буду читать, что надо выбирать счастье, то мой интеллект, он на автомате будет выбирать какие-то грустные, опасные вещи. Зачем? Надо choose happiness. Особенно, когда сейчас есть у нас приказ от Всевышнего через мудрецов. Адар, месяц Адар. Увеличиваем радости. Значит, сегодняшний наш урок посвящен вначале вот эта книга. Она нам объясняет очень глубокие разные вещи. И сегодня он говорит нам такую вещь. Значит, вчера мы обсуждали, почему надо работать над радостью, да, почему радость, она дает, какие она в жизни дает бенефиты, на английском, benefits, дает преимущества такие, да. А сегодня он говорит такую вещь, глава называется «Радость, которая не из этого мира». Он говорит, а где вообще находится радость? Вот как человек хочет увеличивать в радости, но откуда она берется, радость? Он говорит, мы привыкли, как бы самый простой способ, что радость, она приходит, когда восполняется какой-то недостаток. Например, вот человек, он хотел жениться, искал себе невесту, искал, оп, нашел. У него был недостаток невесты, а сейчас у него есть жена.
невеста есть готовая, он радуется. Или не было у кого ребенка, да, и он хотел ребенка. И вот он не было, а потом оп, появился, родился. Это радость. Он говорит, что этот путь, когда ты получаешь радость от, из внешнего мира, и когда восполняется твой недостаток какой-то, эта радость, она есть, безусловно. Но эта радость очень ненадежная, ты не можешь на нее ставить. Например, он говорит, если человек радуется, когда он потерял что-то и нашел, то есть он восполнил потерю, да, у него недостаток закрылся, он радуется. Но ты же не можешь надеяться, что ты все время будешь терять и все время будешь находить. Это странная надежда, да, что за жизнь такая? Или человек, который ищет радость при восполнении недостатков, то, во-первых, все недостатки никогда не будут восполнены. И поэтому он себя обрекает на безрадостную жизнь. Он говорит, так не работает. Так не работает, это не способ. Так невозможно жить радостно. Нужно научиться получать радость. Постоянную радость можно получать только, если ты ее черпаешь изнутри. Если она не зависит от внешних обстоятельств, так, и ты научился ее получать изнутри, вот тогда ты можешь рассчитывать на постоянную радость. Он говорит, а как это сделать? Он говорит, тогда мы должны уйти в духовность и посмотреть, как работает мир. Значит, внутри у человека есть то, что называется, мы живем в мире, который называется Улам Асия, мир действий. Да, этот мир, в котором мы большую часть своего времени проводим, как раз вот эти все не хватает, недостаток, еда, жениться и так далее, все это в мире действия. Но, говорит, есть же более высокие миры. Есть более высокие миры, которые вот там как раз и есть, если заглянуть в эти миры и дойти к ним, к этим мирам духовным, то там и находится источник наслаждения и радости. И то, что мы стремимся к Улам-Аба, грядущий мир, или то, что называется рай в духовных, вот там и есть источник настоящей радости. Просто нужно лейтбонен. Лейтбонен на иврите это вдуматься, вникнуть, да, хорошее слово, вникнуть. И там найти доступ к этому духовному источнику радости. Значит, и как? Как это сделать, он советует, да? Он говорит, сейчас, секундочку, эмисфера. Значит, удивительным образом он говорит, что радость настоящая, она приходит именно оттуда. И из интеллекта очень высокого и постижения очень высокого, радость оттуда, из духовного мира, она идет в ощущение в сердце. То есть внимание человека может быть направлено или на внешний мир, в котором он видит, что ему не хватает. И если у него восполнилось, он испытывает радость. И он все время находится в погоне за вот этим вот восполнением недостающего. Причем большую часть недостающего он сам себе постоянно придумывает. Как сказал царь Соломон, если у него 100, он хочет 200, если 200, хочет 400. Плюс зависть, у тебя есть 400. Но у твоего соседа есть 1 000 000, и твои 400 уже перестают тебя радовать. Это проводили исследования психологи, в позитивной психологии проводили исследования, насколько уровень зарплат окружения влияет на уровень радости. И вот человек, он зарабатывал там $50 000 в год, например, да, и вокруг все зарабатывали по $50 000 в год. Теперь ему говорят, мы тебя переведем в другую компанию, будем платить тебе 100, но... Значит, все вокруг будут получать $250 000 в год. И уровень радости от 100 был меньше, чем там от 50, когда ты живешь среди тех, кто то же самое получает, как ты. И второе, это было интересное исследование, что это было в Голландии, проводили исследование. Если на улице кто-то покупал новую машину, то соседи покупали новую машину в течение ближайшего года, а там через 2-3 дома тоже очень сильно рос в относительно контрольной группы количество людей, которые покупали себе новые машины. Почему? Потому что когда ты ездишь на старой машине, она для тебя нормальная. Но когда ты видишь соседа на новой, она перестает быть для тебя нормальной. То есть, поэтому человек, который ищет радость во внешнем мире, он обрекает себя на постоянную нехватку. Теперь, а как искать внутри?
Пока он нам не объясняет, как искать внутри, он просто нам показывает как бы само направление. И, значит, как я, когда я понимаю, пишет он, что я хочу подниматься и присоединяться к радости более высокого духовного уровня, я понимаю, что нужно искать эту радость бифним, внутри, в лобахуц, и не снаружи. И, значит, дальше он пишет, что это, конечно, непросто, потому что, в принципе, человек обычный, он не умеет в себя вообще углубляться, думать, с закрытыми глазами посидеть обычный человек не может. Это нужно научиться медитировать, чтобы просто посидеть спокойно и понаблюдать за своим внутренним миром, понаблюдать, как мысли появляются, уплывают, понаблюдать за ощущениями в теле. Большинство людей не могут. Они закрывают глаза, сразу открывают, как олени. Им страшно. Куда? Надо быстрее смотреть. Быстрее. Интернет. Что я пропустил? Или же, если он закрывает глаза, а потом он оп, сразу и заснул. То есть, вот этого состояния углубиться в свой внутренний мир, это только те, кто начинает медитировать, они могут. Или уже мудрецы такие, да, которые, они углубляются в свой внутренний мир. Вот Исаак Ньютон, он сидел, бывало по 2-3 часа вот так вот думал над закрытыми глазами и открывал после этого какой-то закон. Есть мыслитель, роденовский мыслитель, такая известная скульптура. То есть только это высочайший уровень научиться Литхабер присоединяться к своему внутреннему миру и находить в этом внутреннем мире место успокоения, радости, которая всегда с тобой. Это вот это уровень. Значит, дальше он пишет тут такую вещь в псалме Давида. Конечно же, этому должно быть подтверждение. Он пишет Каимет Бетухейну, что настоящая радость, она существует внутри нас. И приводит он отрывок из псалма 4, 8 отрывок. «Венатата симха белиби». «И дал ты радость», царь Давид говорит Богу, «и дал ты радость в сердце моем». Я вспоминаю один из моих любимых отрывков молитва царя Давида. Он говорил Богу так. «Одну вещь просила я все дни жизни своей. Ахат шалти мэта шэм утаева кэш». Он говорит, «Одну вещь просил я у Бога, и ее я буду просить, искать, эва кэш». «Шифти бэвэта шэм коля мэ хаяй». «Находиться в доме Бога все дни жизни моей». То есть, что значит в доме Бога находиться? Ощущать присутствие Всевышнего и свою с Ним связь. Но чтобы это ощущать, где ты должен находиться? Внутри. Как закон, сборник законов Шулхан Арух начинается с заповеди, не заповедь, Аллаха, закона «Шивите ашемленых дитамид». «Представляй всегда, что ты перед Богом». «Зе клар гадоль бемалота цадитим». Это правило огромное в поднятии праведников. То есть, вот это ощущение внутренней связи со Всевышним, оно и дает эту радость. Но оно внутри. И дальше царь Давид продолжает. «Одну вещь просил у Бога в все дни жизни своей, сидеть, находиться в доме Бога, все дни жизни моей, лихазот бенуам ашем». Лихазот – это как бы всматриваться в приятность Бога. Ном – это вот эта приятность, да, всматриваться, он находился в доме Бога, это же внутри ощущение, всматриваться в приятность Бога, у левакер бэйхало, и, значит, левакер бэйхальшало – это прогуливаться в его дворцах. Что это значит? Это значит то, что мы сейчас делаем. Мы сейчас изучаем Тору, мы изучаем про духовные миры. Это все дворцы Всевышнего. И человек может тратить свою жизнь. Он, все, я поеду там, я поеду вот туда. Да, все, я туда поеду, значит, буду путешествовать, буду искать как бы новых впечатлений. Но человек же может новые впечатления находить внутри себя. Он может час уединенной молитвы в день на природе, он такие глубины открывает. Вот один из наших партнеров Айкры, был у нас сейчас урок появился для партнеров раз в неделю, тоже отдельный урок для партнеров, спонсоров. И, значит, он рассказывал, как он действительно 40 дней он ходил на берег моря, не в лес, но неважно какая природа, чтобы ты соединялся с творением Творца.
Природа – это творение Всевышнего. И он говорит, я ходил и вначале разговаривал просто о простых вещах, потом глубже, глубже, глубже. И в итоге я дошел до таких вообще, ну, как бы тем, мест, связи со Всевышним, которые изначально даже не думал. То есть мы видим, что путешествие вовнутрь себя, оно бесконечное. Оно бесконечное, оно всегда с тобой. И билеты покупать не надо, кстати. То есть ты можешь абсолютно спокойненько в такие глубины идти. Вот природа. Вышел из дома, зашел в какие-то кусты. И сидишь на природе. Цветы, птицы поют. И ты, значит, разговариваешь со Всевышним. Все, куда еще надо путешествовать? И, значит, он говорит такую вещь, что духовные миры, они существуют параллельно. То есть они не идут один за другим, они все время присутствуют. Ты одновременно можешь получить доступ прямо в Пардес. Пардес это как райский сад. И они все существуют бы-мак-биль, параллельно. Везу абхирашилану лемалит хабер. И это выбор, наш выбор, к чему присоединиться, к чему прилепиться. А что является вот этим вот местом соединения? Фокус внимания. Вот сейчас мы, например, там соединяемся с этой книгой, с ее автором. Он соединяет нас с сознанием о Всевышнем. Но можно внимание перевести туда, сюда. То есть масса мест, куда можно своим вниманием человек, он прилепляется. Теперь как работают соцсети? Они говорят, что мы сейчас поймаем твое внимание. Оп, и специально вот люди сидят, ролики эти создают. Так, вначале я сейчас испугаю. Да, надо испугать зрителя, да, пишут заголовок какой-то пугающий, потому что пугающие заголовки, они больше привлекают. Значит, вначале я его испугаю, потом скажу, что что-то важно, и ответ в конце. Он зацепится вниманием, ему будет интересно. Потом я ему что-то расскажу и в середине что-то продам. Так работают все СМИ. Все СМИ вот так работают без исключения. СМИ, блогеры там все. Хорошо, теперь, значит, но он говорит, у нас всегда есть выбор, к чему Литхабер. Вам огромное спасибо, что вы решили соединиться со Всевышним через платформу Ваикра. Это очень важно. И он говорит, если вы решили присоединиться ко Всевышнему, то вы по ходу дела можете найти соединение, вот этот вот хибур, на иврите такое классное слово есть, хибур это соединение. Хавер это друг, а хибур это соединение. Литхабер соединиться с радостью внутренней. И когда вы, это и есть индикатор, что вы соединяетесь со Всевышним. И я хочу, он пишет, Леавину, Лекабель, это Увда, Шасимхак, Шура, Лорак, Лимаша, Курели, Мибахус. И он говорит, и в этот момент ты поймешь и увидишь, что и получишь, главное, да, тот факт, что радость, она связана не с тем, что творится снаружи, а с тем, что происходит внутри тебя. И это даст тебе понимание, что, в принципе, все происходит внутри тебя. И мы должны просто приложить усилия для того, чтобы лекалев, для того, чтобы очистить слои внешние и, в конце концов, прийти к той радости внутренней, настоящей, истинной, которая не зависит ни от чего. И дальше он подводит такой вывод в конце каждой главы. Здесь он вывод так пишет. Радость приходит из места намного более высокого, чем мы привыкли. И она приходит из мира бины, из мира понимания, которое также называется «Эм Абаним Смеха», что мать радуется сыновьям. Тоже это один из отрывок из псалмов. И каббалисты, они говорят, что тот мир, откуда приходит радость, это как мама, которая радуется сыновьям. И когда ты доходишь туда, то все. Значит, тебя уже держит и не отпускает. Хорошо. Значит, вот Дамир нам желает получить дополнительно по миллиону и выплатить заку. Отлично. Аминь. И благословляющий будет благословлен. Но мы-то уже понимаем, что главное, это получить вот эту связь со Всевышним, которая будет давать радость, независимо от того, есть миллион, нет миллиона. И, как говорил Арнольд Шварценеггер, он говорит, для меня деньги не важны. Он говорит, я так же счастлив, когда у меня 50 миллионов, так же, как когда у меня было и 10 миллионов, я тоже так же счастлив. То есть количество денег не играет роли.
особое, да, в его случае. Но я вам скажу, что не только в его случае, вообще это не играет большой роли. Хорошо, теперь, значит, сегодня мы из второй книжки, мы сегодня несколько тоже разберем три коротеньких таких инструмента, да. У нас сегодня, видите, получается, оттуда мы поняли про суть радости. И теперь у нас из этой книги я беру три инструмента, и из другой книги еще один. Четыре инструмента радости. Счастья, радости. Но времени маловато, поэтому надо, конечно, чуть-чуть, я буду короче делать теоретическую часть. Итак, первый инструмент он пишет такой. Называется «Сила и радость». И я вот хочу записывать такие минутные видео, чтобы эти инструменты было легко смотреть, делиться ими и использовать. Потому что главное же это не знать о радости. Главное это радоваться. Главное это не знать о чистоте. Главное быть чистым. Вот это то же самое. Значит, сила и радость. Инструмент вообще перфект. То есть он, его можно использовать каждый день. И он говорит такую вещь. Вот в Торе говорит, есть такой момент, когда... Про отец Яаков, значит, Авраам Ицхак Яаков, он убегал от брата, который хотел его убить. Племянник на него напал, но Яаков ему говорит, давай смотри, вот все у меня забирай, бедный как мертвый, я в речке по шею спасся. И вот он после всех этих приключений, он добирается до колодца, и там пастухи, и огромный камень, они ждали, пока все соберутся пастухи, чтобы его откатывать. И тут Яаков написано, он подошел и сдвинул этот камень. Значит, как он мог сделать то, что люди вместе не могли сделать? Откуда у него была такая сила? И он говорит такую вещь, что, значит, когда в Торе рассказывается такая история, значит, это должно нас чему-то научить. Это значит, что и мы можем это сделать, иначе не было бы этой истории. Мы тоже можем сделать себя сильными. И чем сильнее мы становимся, тем больше таких необычных поступков мы сможем совершить. Как же нам стать такими сильными? Да, я думаю, что многих заинтересовал этот вопрос. Он говорит, очень просто, очень просто. Радость прибавляет силы. Если мы делаем что-то с радостью, у нас силы удваиваются. Работа становится в два раза легче, и мы тратим в два раза меньше энергии, чтобы ее выполнить. И все, что обычно мешает нам, перестает быть важным. Мы просто перестаем это замечать. Немыслимая жара летом или ледяной ветер зимой. В общем, все это перестает мешать, если мы делаем работу радостно. Нужно постараться все время поддерживать в себе это ощущение счастья. Получается, что если ты делаешь эту работу с радостью, то тебе ее делать намного легче и в два раза легче, и в два раза ты становишься сильнее. Я вспоминаю сейчас известную историю про Тома Сойера, как он с радостью красил забор, и как все просили у него, вау, дай покрасить, и он еще деньги брал за то, что давал людям покрасить забор. Теперь, если это как раз очень доступно, любую работу, включая мытье посуды, домашнюю работу, все. Если ты делаешь с радостью, то у тебя больше сил, и ты делаешь ее в два раза быстрее и больше сил. Не тратишь на это силы. Прекрасный практичный совет. Значит, работайте с радостью. Второе. Волшебная чековая книжка. Он говорит, представьте ситуацию, что есть какой-то супермиллионер, который сыну своему говорит, вот тебе чековая книжка, пользуйся, значит, все. И получай удовольствие от жизни. Я оплачу все, что ты потратишь. Ну, я думаю, что каждый хотел бы иметь такую чековую книжку или сейчас карточка, это Ашрай, кредитная карта бесконечная, да? Но зачем человеку нужны деньги? Чтобы радоваться, да? Чтобы ты, восполняя свой недостаток, ты радуешься. Когда у тебя уже все восполнено, ты уже ищешь какие-то, ну а что еще, чего же у меня еще нету? Что я могу такого вот, чего у меня нету? Уже проблемы возникают у людей, у которых много денег. У них проблема, куда их потратить, они там коллекционировать начинают что-то, им все мало, да, то есть они все ищут, куда же еще потратить. Он говорит, но у нас у всех есть такая карточка, и кто нам ее дал, кто этот отец-миллионер? Это наш отец на небесах, творец мира. А кто сын? Это мы с вами, ведь именно нам творец вручает свою волшебную чековую книжку. Где? Моя чековая книжка, спрашивает Эмма Дрезин, да, или там Светлана, или Вячеслав Лапшин, например, да, он говорит, где книжка? Он объясняет,
Нескончаемый счет в банке, на котором никогда не кончаются деньги, это мудрость. Мудрость, которая как жидкое золото наполняет все. Мудрость – самое лучшее золото на свете, самое дорогое сокровище. Мир полон мудрости, и мы можем свободно им пользоваться. То есть, он говорит такую вещь, что мудрость, да, которую Бог нам дал, мудрость от Бога, значит, «Тиашем нотен хохма мипив дату твуна». Значит, в Мишле говорил царь Соломон в притчах, что Бог дает мудрость из от него, из его рта, дословно, мипив дату твуна. Из его рта – это познание и логика. То есть, вот это вот человеческое качество постижения, мудрости, вникать, осознавать, понимать, оно тоже, царь Соломон много говорил об этом в притчах, что оно дороже, чем мудрость, дороже, чем чистое золото. Во-первых, золото, его могут украсть, оно, его надо хранить, оно, это большое очень с ним сложности. Теперь мудрость, она навсегда с тобой. И он говорит, что мир полон мудрости. И знание, то есть знание и мудрость, он разделяет, это разные вещи. Сначала, пишет он, нужно приучить себя мудро мыслить, впустить мудрые мысли в нашу жизнь. И тогда мы сможем ими пользоваться, то есть их тратить. Нужно научиться собирать это жидкое золото, а потом получать от него удовольствие. И тогда наша жизнь станет намного богаче. Это у меня как раз второй шаг к счастью, 10 шагов к счастью, обучение. Называется обучение. Действительно, когда ты обучаешься, ты приобретаешь невероятные сокровища. У тебя твой мозг, он меняется. У тебя появляется новая модель мира, в которой ты узнаешь, как быть счастливым, как получить вечную жизнь, как работает атом, как работает там квантовая физика, как вырастить в домашних условиях марихуану, например, кто-то может изучать, да, как вырастить лук. У меня брат, например, выращивает помидоры, да, ему дико интересно, то есть он целую такую он работу провел, там эти помидоры, ну, то есть реально настолько интересно вырастить помидоры дома. Это куст, который дает, между прочим, за несколько месяцев около 100 килограмм помидоров. А вырастить его, на самом деле, если ты знаешь как, не так уж и сложно. Но тут сам процесс вот этого знания, постижения, он говорит, что это как чистое золото. Значит, третий урок тогда не буду, я сейчас, завтра я расскажу тогда третье, потому что мы не успеваем. И вот этот вот из книги Happiness, значит, из книги Happiness тоже не успеваем. Завтра я расскажу тогда, да? Не, это важно, хорошо, я это сейчас расскажу. Очень важная информация. Значит, здесь он дает такой инструмент. Инструмент, я, кстати, вам советую записывать, это конкретные практичные инструменты, и потом повторять и использовать. Вот целый день после этого используйте эти инструменты. То, что мы уже изучили, например, да, про знание, это очень крутой инструмент, получать от него радость. Выполнять работу с радостью, очень крутой инструмент. Сейчас он говорит нам, как перестать беспокоиться. Практически сильнейший инструмент, потому что большинство людей беспокоятся. Страх за свою жизнь, инстинкт самосохранения заставляет их искать вокруг себя малейшие недостатки и проецировать на свое будущее самые возможные плохие варианты жизни. И он пишет, что вот это воре беспокойства люди крадут просто у себя, грабят себя и крадут у себя ощущение счастья. Счастливый мозг, он свободен от беспокойства, а тот, который мозг, который беспокоится, он не может быть счастлив. То есть это как бы понятно. Он говорит, что вызывает у человека беспокойство. У человека беспокойство вызывает его фантазии, когда вы фантазируете о каких-то несчастливых концах и представляете себе все эти стрессовые ситуации, которые могут быть, то возникает, как следствие, возникает беспокойство. И даже если потом ничего из этого не происходит, то все то время, когда беспокойство, оно внутри человека, оно у него крадет счастье, и оно у него просто выжигает. Есть такой кортизол, разрушается здоровье, падает иммунитет. То есть, если счастье, радость поднимают иммунитет, увеличивает здоровье, то беспокойство, оно наоборот, прям убивает людей. И он говорит, я вам предлагаю простой инструмент. Он говорит, ну хорошо, хотите фантазировать, что будет плохо, фантазируйте, но только отдавайте себе отчет, что это фантазия.
И фантазия должна вас побуждать делать какие-то действия, как предостеречь себя. Сделали. После этого заканчивайте свои фантазии, фантазии со счастливым концом. Он говорит, это очень просто. Но выработать, develop, то есть развейте у себя возможность фантазировать счастливые концы. Ну, хорошо. Вы же такие режиссеры, он пишет, ну, чтобы придумывать себе разные ужасные варианты. Ну, придумайте хоть несколько хороших вариантов. А может же и хорошо быть? Он говорит, плохие заставляют вас готовиться, хорошие заставляют вас радоваться. В итоге вы знаете, что и то вы придумали, и то вы придумали. Но заканчивайте всегда хорошим концом. Да? То есть фантазируйте о хорошем. Как говорил Марк Твен, он говорил, что я в жизни придумывал, боялся очень много вещей. Большинство из них никогда со мной не происходили. Поэтому логично и очевидно, что беспокойства, которыми мы беспокоимся, большинство из них не происходят в жизни. Поэтому просто их держать в себе и уничтожать фактически свое счастье и здоровье – это глупо. И поэтому он здесь дальше в конце приводит историю одного человека, который начал «I started visualizing happy endings». Он говорит, я начал визуализировать счастливые концы. Конечно, не все поворачивалось так позитивно, как я представлял, но я получал удовольствие от этих сценариев. Я лучше готовился к проблемам, которые могли быть изначально, так как я представлял, что может быть и так, я готовился к ним. Но фактически, когда я фантазировал хорошее окончание, то я в настоящий момент был более эффективен, чем когда фантазировал плохое. И он говорит, I highly recommend. Я, говорит, очень сильно рекомендую happy ending техника. Техника счастливых концов, она называется. Для всех беспокойщиков, для всех warriors, которые люди беспокойные, вот начните фантазировать и вырабатывать у себя вот эти счастливые сценарии. И... Значит, но если вы продолжаете предпочитать волноваться, хотя бы вы теперь знаете, что у вас есть выбор, волноваться или не волноваться. То есть волноваться это не факт, это вообще не обязательно. Хорошо, друзья, удачи, успехов. Да, и беспокойство изнуряет сердце человека, царь Соломон говорил, все. Слова жалобщика сегодня как раз у нас 26 февраля, 26 глава. Почитайте, что они просто сжигают внутренности. Люди, которые жалуются, беспокоятся. Прям царь Соломон говорил, что это сжигает прямо внутренности человека. Психосоматика. Ну и я знаю конкретно, что когда человек беспокоится, его иммунитет падает. И вот эти все болезни, воспаление легких и так далее, они прилепляются к тем, кто волнуется. Все, друзья, удачи, успехов, всем прекрасного дня, наполненного радостью, весельем, и чтобы с Божьей помощью Всевышний за нашу благодарность и любовь ко Всевышнему Он нас наполнял огромными дополнительными радостями. Но я думаю, что если мы начнем замечать просто то добро, которое Он нам дает, то уже жизнь станет в 100 раз более радостной и счастливой. Все, удачи, успехов. Значит, завтра уже урок будет в 10, но только он будет в записи. Я буду выставлять с Божьей помощью запись, длинная, короткая. Я думаю, будет час короче, там, по 5 минут. Меня многие просили делать уроки короче, чтобы 5-минутками такими, чтобы легче было слушать, посылать легче было друзьям, знакомым. Все. И подпишитесь, пожалуйста, в Инстаграм. И кто будет в Нью-Йорке, будет у меня лекция в Нью-Йорке 3 воскресенья в 6 вечера в... Называется синагога Бейт Джура. Это синагога горских евреев в Бруклине на Avenue U. Так что, кто в Бруклине, welcome, приходите, увидимся. Все, всем удачи, успехов. Спасибо за помощь, спасибо за то, что приходите на уроки и делитесь ими.